И также они очень часто просят производителей писать Е-добавку без Е-кода. Так можно сделать. Например, не Е-415, а ксантановая камедь. Ага, или... Не Е-412, а гуаровая камедь. Ну, как в йогурте здесь сделано. Да. Аскорбиновая кислота. Аскорбиновая кислота – это Е-300. Но если производитель напишет Е-300, люди это испугаются, что это страшная химия. А если он напишет аскорбиновая кислота, люди подумают: о, витамин С, как здорово. И, собственно, ну, это не секрет, что вкус у всех просят убирать эти Ешки. Хотя также эти вещества остаются Е-добавками. И это просто, ну, глобальный поддерживание вот этого оболванивания населения. Поэтому меня так сильно от этого бомбит, скажу честно, да, потому что мы делаем все, просветители и популяризаторы науки, чтобы рассказать, как оно устроено на самом деле и что наука знает о той же самой еде, но производители не поддерживают это, потому что им все-таки выгодно поддерживать химофобию. Но не все. Не все. Ну, в основном, да. Не бойтесь химии, бойтесь невежества. Пищевая промышленность целенаправленно к этому шла, чтобы еда хранилась долго. На протяжении всего срока годности она была безопасной. То есть наши два основные столпа пищевки – это не отравить всех человеков и заработать побольше денег, это стабильность и безопасность. Но кажется, да, что это что-то другое. Нас сколько сейчас? 7 миллиардов? Да, больше, 9, может быть, уже. Считают, да. То есть всех людей так не прокормить стандартными методами, которые мы использовали 150-200 лет назад. Да. Поэтому у нас есть пестициды, поэтому у нас развивается ГМО, поэтому у нас есть пищевая промышленность. Но, тем не менее, основная штука, вокруг которой все это вертится, это безопасность. И ради безопасности пищевых продуктов столько делается, туда столько вбухивается сил, стараний, исследований и так далее. Чтобы отравить... Чтобы все-таки отравить всех, да. И, к сожалению, люди все равно думают, что еда очень опасна. На самом деле, еда никогда была настолько безопасной, как сейчас. Сейчас золотой век пищи. Все доступно, все есть. Максимум в магазине постоишь в очередь. Это самая большая проблема с добыванием еды, да, если мы не говорим прямо о каком-то вот, ну, о низком достатке совсем и там голодающих странах. То есть... Предположительно, вот молоко срок годности подошло. Я как потребитель, я открываю, нюхаю, вроде не прокисло, вроде и не горчит. Ну, молоко и молоко. Я могу его пить? Или нет? Если вот я просто зачастую сталкивался лично с ситуацией, когда сроки годности еще не подошли, а продукт уже испортился. Ну, прокис, молоко прокисло. И наоборот, то есть производитель закладывает определенный срок, но фактически продукт может еще дополнительно сверху выжить и быть пригодным к употреблению. Вот как понять? Ты знаешь, ты мне сейчас задал мой любимый вопрос. Мне, как пищевому химику, регулярно в директ присылают фотки еды и говорят: «Оль, посмотри, пожалуйста, мне это можно есть?» Я, конечно, химик. Я, конечно, специалист пищевой, но, тем не менее, у меня нет встроенного анализатора химического в глазу, чтобы я по фотке поняла, что в составе, сколько он хранится, какая там микрофлора. Конечно, на такие вопросы я не отвечаю. А теперь более серьезно к твоему вопросу. В идеале продукт должен храниться столько, вот в рамках своего срока годности он не должен портиться. Если он портится, ну, это большие проблемы производителя с безопасностью, может быть, транспортировкой, может быть, с упаковкой. Ну, хранение на этапе там. И в целом, когда, допустим, молоко хранится, ну, давай сколько, 30 дней, да? 30 дней, там, пастеризованное молоко. Да. И на 31 день оно может еще не испортиться. То есть производитель гарантирует, что 30 дней с ним точно ничего не случится. Что будет дальше, ну, зависит от ряда факторов. Действительно, на 31 день, скорее всего, оно не свернется вот такой вот резко и не превратится в яд. Типа оно сидело, ждало 30 дней, такое: так, мне сказали, что я не должен портиться, а теперь я испорчусь. Вот, но может случиться такое, что молоко испортилось раньше. Это не всегда ошибка производителя. Бывает такое, что производитель все сделал правильно, привез свой продукт в торговый сетер, и, например, там неправильно хранили. Ну, знаешь, как это бывает, когда замороженную рыбу из вредности кладут к хлебу. Какой-нибудь покупатель берет замороженную рыбу или какой-нибудь замороженный продукт и кладет там в хлеб. А, не донес. Да, не донес, передумал, или просто назло вам, потому что вы там на чеке мне не ту цену пробили. Что это такое может случиться история? Что еще может случиться? Когда везут продукт, к сожалению, я с таким встречалась, я работала в молочке, не буду говорить, что за предприятие, но у нас периодически не работали рефрижераторы на машинах. То есть наши машины, естественно, должны быть с холодильником внутри, который
хранит заданную температуру, там плюс 2, плюс 4. Uh-huh. Они ломались, а развозить-то надо. Иначе 30 градусов, и мы везем эту молочку. Хорошо. Ну да, там в каком-нибудь портере или в каком-нибудь там еще грузовом автомобиле. Прекрасно. И довозим ее плюс 30, ну, дай бог выживет. Да, такое тоже случается. Uh-huh. То есть это может быть ошибка на всех вот этапах производственной цепи. Да, и это не всегда зависит от производителя, но иногда зависит от производителя, а зачастую зависит от производителя. То есть именно если продукт раньше испортился срока годности, но это нарушение, это повод, если у вас есть куча времени и сил, пойти там, поругаться, написать заяву, накатать Роспотребнадзор, посудиться. Ну, опять же, да, не все это будут делать. Ну, да. Но если он после срока годности до сих пор еще не испортился, то это же на ваш риск и страх. Я не могу за вас сказать, что вам можно есть. Я не вижу своим внутренним третьим глазом, к сожалению. Ну, анализатор встроенный, да? Там... Я в будущем себя ген модифицирую и поставлю. Да, и по Инстаграму. Там следующую функцию надо будет потом... По QR-коду буду. Есть норма, а есть от нее определенные отклонения. Угу. Так вот, норма в пищевке принятая, что все-таки срок годности должен продукт вылеживать. Угу. Но может такое случиться по разным факторам, что он не вылежит. Угу. Это, опять же, ошибка, это нарушение, это должно строго караться. Но в целом нет такой системы, что вот все продукты абы как хранятся, непонятно, что брать. Угу. Это есть можно, нельзя, это нет. Сроки годности специально даны для покупателя, чтобы он себя чувствовал уверенно.